Доброе утро, мои дорогие, или добрый вечер. Я обычно вечером загружаю свои видео, но сейчас у меня утро. Все спокойно дышим, все. Вся истерия по поводу отключения Инстаграм. Все прошло. Все переживание, весь страх, все прошло. Дальше движемся, друзья мои, дальше живем. Ну, а я сейчас немножко тут прибираю. Моя свекровь такую вот настоечку сделала из березовых сережек для сердца Сашки моего. Вот пьет мой родненький. Держится девочка. Спасибо огромное, что интересуетесь по поводу его здоровья. Держится это его кофеварка. Ой-ой-ой. Очень вкусное печенье у нас вот это белорусское. Слаз фаворит с арахисом. Очень вкусное. Я тут уже разобрала с 8 марта цветы, которые папа дарил. Навожу порядок. Кормушечку наполнила для птичек. И потихонечку немножко прибираю. Сейчас еще мне надо будет разобрать мясо. Думать, чем накормить семью вечером. Потому что у меня папа сейчас со мной живет. Пока еще дачи нет, поэтому он хочет со мной пожить. Сейчас буду наводить порядок. Мне очень нравятся такие вот тряпки. Я покупаю такой вот целый рулон. И потом мою все и выбрасываю эту тряпку. Очень-очень удобно. Так, Сашкину кружку поставлю туда. Позавтракали. Сейчас все это приберу. И убегаю. Сегодня убегаю к парикмахеру. Буду, скорее всего, еще раз стричься и покрашу волосы. Да. Я некрасивая, девочки. Поэтому как-то так, знаете, я держусь, все нормально. Я не говорю о том, что что-то плохо. Но на себя смотреть пока что не очень. Ободочки помогают. Все хорошо, но, наверное, надо будет мне еще сделать стрижечку такую. Сейчас соберу крошки. Я уже проветрила квартиру, помыла пол. Я это очень люблю с утра все делать, если у меня выходной день. Вот. Не знаю, правда, по поводу канала на Телеграм. Что-то там не очень, как-то мне кажется. Может, кинуть это дурное дело и ничего не делать. Меня очень успокаивает уборка дома. Очень люблю это все делать. Как-то успокоить. И все хорошо на душе. У меня там еще стоят цветы. Надо будет мне их занести в зал. Хочу помыть сейчас ванну, туалет. В общем, у меня сегодня по плану одни уборки. Одни уборки. До 5 вечера. В 5 мне надо быть уже в парикмахерской. Все. Восковая вот тут свечечка стоит. Какая же она пахучая, таким медиком прекрасным. Моя веточка. Мои ароматы, девчули, вроде как запретят к нам привоз парфюмерии, косметики. Пахнет розой. Это из Болгарии еще привезли. Я не знаю, мне нравится запах розы. Вообще розу я люблю. Пионы, розы.
Я все цветы люблю. Смотрите, что я натворила. В общем, цветок угробила, сломала цветок. Надо будет пойти новый купить. Это тут Катюша на столе. Он стоит. Так что как-то так. Ну все. Пойду сейчас буду готовиться. Парикмахерскую. Сделаю сейчас заготовку, чтобы на ужин покормить семью. У меня такой хвост. Страшно, в общем, девочки, смотреть на себя. Ну, как есть. Главное не отчаиваться. И все. Продолжать жить. Вот так как-то. Мы сейчас с Катюшей пришли в наш центральный универмаг. И я хочу показать вам оттенки мужских рубашек. Потому что я смотрю для Саши своего. Посмотрите, розовые. Вот эти вот фиолетовые. Синие. Смотрите, то есть оттенки разные. Вот такого вот. Вот такого оттенка. Ну, это понятное дело, это понятное дело. Но вот это вот мне очень нравится. Что мужчины добавили цвет. Наконец-то есть цвет. Пряный. И вот это роза. Роза, болгария. То, что я очень сильно люблю. Ну. И вот их сколько много. Еще моя мечта — это вот такие вот подсвечники купить производства Индии. И вот такие подсвечники купить для свечи. Только я не знаю, есть вот такая большая палочка, выручалочка, есть такая поменьше. Вот там наверху тоже есть вот такие вот высокие. Я пока не знаю, какие купить. Но вот эти мне очень сильно нравятся. И вот эти нравятся. И вот это вот нравится. Вот такая вот. Тоже производство Индии. Мне кажется, будет так красиво стоять дома. Туда можно несколько свечей поставить. Это такой красивый декор. Вот их сколько. Шли-шли и набрели вот на такую красивую посуду. Это, конечно, производство Китай, но смотрите, и вот моя посуда Польша. Тоже здесь есть вот такие саладники, вот такие большие тарелки. Это фирма Чмела. Так, где вам показать? Но тут все заклеено, все заклеено. Но поверьте мне на слово, я уже отдирала эту этикеточку и смотрела. То есть вот здесь есть вот такие, как у меня, тарелочки, блюдца, такие поглубже и самые-самые эти глубокие. Эти тарелки очень красивые. Сюда можно картошечку положить, все что угодно. Вот такая вот посуда.